1 мая 1976 года. Сюда пришли передовики столичных предприятий, сельские труженики Подмосковья, победители социалистического соревнования в честь 25-го съезда КПСС, представители партийных, советских, профсоюзных и комсомольских организаций, ученые, деятели литературы и искусства. На трибунах многочисленные зарубежные гости. На центральную трибуну Мавзолея поднимаются товарищи Брежнев, Андропов, Гришин, Громыко, Кириленко, Косыгин, Кулаков, Мазуров, Подгорный, Суслов, Устинов, Демичев, Пономарев, Соломенцев, Капитонов, Долгих, Катушев, Зимянин, Черненко. Присутствующие на Красной площади горячо приветствуют руководителей коммунистической партии и советского правительства. На трибуне также видны советские военачальники и находящийся в Москве второй секретарь ЦК Компартии Кубы, министр революционных вооруженных сил республики Рауль Кастро Рус. Человечий океан, ни края не сыскать ему ни меры, но снова пролетарии всех стран встает над ним, как грозный символ веры. Нас встречает нынешний праздник. Творческим трудом отвечают советские люди на исторические решения 25-го съезда партии. Советские люди знают, там, где партия, там успех. «Там победа», — сказал, выступая на съезде с отчетным докладом, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Народ доверяет партии. Он всецело поддерживает ее внутреннюю и внешнюю политику. И это удесятеряет силы партии, является для нее источником неиссякаемой энергии. Наша партия — великая, могучая сила, объединяющая свыше 15,5 миллионов коммунистов. В единстве партии и народа, их целей, дум и дел, залог успешного выполнения задач, выдвинутых съездом. Oh,
35-й съезд принял программу дальнейшей борьбы за мир и международное сотрудничество, за свободу и независимость народа. Международное положение Советского Союза прочно, как никогда. Четвертое десятилетие мы живем в условиях мира. Позиции социализма окрепли. Разрядка напряженности стала ведущей тенденцией. Такими итогами советские люди могут гордиться. Десятый пятилетний план, программа развития всех республик, наций и народностей, образующих нашу великую социалистическую родину. В десятой пятилетке будут решены новые социальные задачи. Среднюю заработную плату рабочих и служащих намечается увеличить на 16-18%, доходы колхозников от общественного хозяйства на 24-28%. Выплаты и льготы населению за счет общественных фондов потребления возрастут на 28-30%. Будет построено 550 миллионов квадратных метров нового жилья. Thank you.
площади комсомольцы, представители строительных отрядов. По инициативе комсомольских организаций Москвы, Украины, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Ленинградской и Московской областей развернулось массовое патриотическое движение под девизом «Пятилетки эффективности и качества, энтузиазм и творчество молодых». Более 100 тысяч добровольцев пополнят в нынешнем году ряды тех, кто шествует над сооружением объектов нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири, освоением богатств Курской магнитной аномалии, строительством Байкало-Амурской магистрали, Усть-Илимского лесопромышленного комплекса, других крупнейших строек. На марше колонна Всесоюзного добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. ДОСАВ готовит молодых людей к службе в советских вооруженных силах. На площади студенты Государственного Центрального Ордена Ленина, Института физкультуры.
На площади участники танцевальных ансамблей профсоюзов Москвы. Художественная самодеятельность в нашей стране – это более 800 тысяч коллективов, объединяющих свыше 24 миллионов человек. На Красной площади воспитанники спортивного общества «Юность».
На трибуну мавзолея поднимаются самые юные участники праздника. Знамя города-героя Москвы на Красной площади. На его полотнище золотая звезда. Два ордена Ленина. Орден Октябрьской революции. Этими наградами Родина отметила революционный, боевой и трудовой подвиги москвичей. Да здравствует 1 мая! День международной солидарности трудящихся! Ура! Знаменосцы города-героя открывают праздничный марш трудовой Москвы. Колонны трудящихся столицы на Красной площади. Москворецкий, Пролетарский, Ленинский, Краснопресненский, Фрунзенский, Свердловский, Дзержинский, Бауманский, Калининский районы открывают первомайскую демонстрацию. Соединяйтесь! Ура! На Красной площади колонна Пролетарского района столицы. Во главе ее прославленный коллектив автозавода имени Лихачева. Большим радостным событием отмечен канун праздника в жизни этого предприятия. Леонид Ильич Брежнев вручил автомобилестроителям орден Октябрьской революции. Обращаясь к зиловцам, Леонид Ильич Брежнев сказал: «Весь путь, пройденный вашим коллективом, достоин описания в хрестоматиях по развитию отечественной промышленности». Теперь на знамени завода, которое проносят по Красной площади, 5 орденов, завоеванных доблестным трудом. В уверенной поступи автозаводцев большая организаторская и политическая работа более чем 10-тысячного отряда заводских коммунистов. Ударным трудом отвечает коллектив ЗИЛа на высокую награду, на внимание и заботу. К 1 мая с заводского конвейера выпущено 20 тысяч машин. Вчера на торжественном митинге коллектив обязался выпустить в первом году пятилетки 1200 автомобилей сверхплана. Таким будет итог эффективного и организованного коллективного труда, труда радостного, творческого.
Начало десятой пятилетки отмечено на заводах и стройках, в колхозах и совхозах страны инициативой, творчеством, интересными начинаниями. Социалистическое соревнование бригад, участков, цехов, предприятий поднялось на новую ступень. Ленинград. От отличного качества труда на каждом рабочем месте к отличному качеству труда всего коллектива. Горький. Ни одного отстающего рядом. Бригадир завода имени Владимира Ильича, делегат 25-го съезда партии, инициатор почина пятилетки качества рабочую гарантию Николай Васильевич Метелкин. Все наши поступки, труд наш проверяется нашей рабочей совестью, честью коллектива и, конечно, желанием, чтобы не было ни одного отстающего. Мы знаем, почин наш во многих предприятиях страны развит. Зиловцы, например, предложили рабочей инициативе инженерную поддержку. Это еще раз показывает, что социалистическое соревнование – дело творческое, живое. Насколько мне известно, им охвачено более 84 миллионов человек. Это громадная сила. На 25-м съезде нашей партии, выступая с трибуны, товарищ Леонид Ильич Брежнев сказал, что всемирно развивать социалистическое соревнование – наш боевой лозунг. Мы, рабочие, взяли этот лозунг в свои руки. И пусть он будет над каждой праздничной колонной и над каждым нашим рабочим местом. Я на белом свете славных дорог. Два цвета, алый наших знамен и весенний, зеленый цвет полей заполнили в эти минуты Красную площадь. Весна шагает по стране. В поле на весеннем севе встречает сегодня праздник тысячи земледельцев. Богатырскими моторами гудят поля Кубани и Алтая, Украины и Казахстана. Ложатся в землю семена будущего урожая, первого урожая десятой пятилетки. Весна шагает по стране, где солнечная, где ветреная, добрая и скупая на теплые весенние дожди, разная, легких весен не бывает. Но истинный земледелец, истинный хлебороб знает, голова всему труд на земле. Где труд щедрый, творческий, там урожай. Директор совхоза «Заря коммунизма» Московской области Антон Антонович Куманюк. Накануне праздника Антон Антонович был удостоен высокого почетного звания Героя социалистического труда. Пожалуйста, Антон Антонович. Дорогие товарищи, разрешите поздравить тех, кто сегодня этот праздник встречает на полевых работах, на закладке урожая первого года десятой пятилетки, тех, кто работает на фермах. Коммунистическая партия Советского Союза и лично Леонид Ильич Брежнев делает все для того, чтобы сельское хозяйство получало мощную технику, высокоурожайные семена. Делается все для нечерноземья. Производится орошение, осушение. Все делается для того, чтобы наша Родина была богаче. Идейно-политическое единство советского общества. Ура!
По исторической дворцовой площади города Ленина идут колонны трудящихся Нарвской и Невской заставы, Выборгской стороны, Московского, Смольнинского, Октябрьского и других районов. На трибуне член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь Ленинградского обкома партии товарищ Романов, другие руководители области и города. Ленинградцы рапортуют о достигнутых успехах в первом году 10-й пятилетки. Идут труженики объединения «Кировский завод». Недавно здесь был выпущен 100-тысячный трактор К-700, а сейчас на главном конвейере освоен серийный выпуск новой 300-сильной машины. Сегодня в связи со 175-летием Кировского завода коллектив предприятия сердечно поздравил Леонид Ильич Брежнев. Праздничный Крещатик. Демонстрантов приветствует член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Украины, товарищ Щербицкий и другие руководители республики. Праздничные транспаранты, панно, макеты рассказывают о трудовых успехах Украины на старте 10-й пятилетки. Выполнен план первого квартала. Сверхзадание реализовано продукции на 360 миллионов рублей. Государственный знак качества присвоен почти 800 видам продукции, выпускаемым предприятиями Украины. Более трети того, что предусмотрено обязательствами на весь 1976 год. В колоннах демонстрантов, трудящихся столицы Беларуси, рабочие тракторного, автомобильного, моторного, станкостроительного и других предприятий. Минчане добились хороших успехов в выполнении заданий пятилетки. Промышленность города досрочно завершила план 4 месяцев по объему реализации продукции и выпуску большинства важнейших видов изделий. Участников демонстрации приветствовал товарищ Машеров, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии, другие руководители республики. Первомайскую демонстрацию трудящихся столицы советского Узбекистана приветствовали товарищ Рашидов, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, другие руководители республики. Успехами в выполнении социалистических обязательств встречают в 1 мая труженики узбекской столицы. Досрочно предприятия города завершили 4-месячное задание и выпустили продукции дополнительно на 30 миллионов рублей. В этом году земледельцы республики взяли обязательство продать родине 5 миллионов 300 тысяч тонн хлопка. На Красной площади представители трудящихся Краснопресненского района. Над колонной алый факел, символ революционных традиций. Этот старейший район столицы писал немало ярких страниц в летопись борьбы за победу и укрепление советской власти, социалистического и коммунистического строительства. В рядах демонстрантов ветераны партии Василий Николаевич Любимов, Мария Александровна Иванова, Александр Николаевич Грамп, Ксения Антоновна Липинская, Афанасий Васильевич Шульгин. Рядом с ними люди, которыми гордится сегодня вся страна. Герой социалистического труда, депутат Верховного Совета СССР Владимир Ефимович Копелев, глава династии московских строителей, герой социалистического труда Никанор Иванович Коровенков, ткачиха, ветеран комбината трехгорной мануфактуры Валентина Александровна Погибелова. По их инициативе рабочие Красной Пресни, развернув предмайское социалистическое соревнование, выпустили к празднику на 2 миллиона 580 тысяч рублей продукции. Алыми знаменами, красочными транспарантами украшены улицы и площади Алматы.
Трудящиеся Казахстана пришли к празднику с досрочным выполнением 4-месячного плана выпуска промышленной продукции. Демонстрантов приветствует товарищ Кунаев, член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, другие руководители республики. Первомайская демонстрация в столице Грузии. По проспекту Руставели перед домом правительства проходят электровозостроители, станкостроители, текстильщики, обувщики. Их приветствует товарищ Шеварднадзе, первый секретарь ЦК Компартии Грузии, другие руководители республики. Труженики столицы Грузии рапортуют об успехах, достигнутых в предмайском соревновании. Сверхзаданий произведено продукции более чем на 32 миллиона рублей. Идут представители коллективов предприятий, строек, работники транспорта, ученые, учащиеся, молодежь столицы Азербайджана. Их приветствует товарищ Алиев, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана, другие руководители республики. Бакинцы рапортуют родине, партии. 4-месячный план первого года 10-й пятилетки промышленность республики выполнила досрочно. Тысячи. Эта цифра сверкает на многих транспарантах в колоннах демонстрантов. В предмайские дни присвоен знак качества тысячному виду продукции латвийских предприятий. В колоннах рабочих праздничной демонстрации завода ВЭФ имени Ленина. С первых дней пятилетки они взяли качество под свой контроль. Это позволило изготовить с начала года на 20 тысяч радиоприемников высшей категории. На трибуне товарищ ВОС, первый секретарь ЦК Компартии Латвии, другие руководители республики. Площади. Делегат 25-го съезда Коммунистической партии Советского Союза, герой социалистического труда, первый секретарь правления Союза писателей СССР Георгий Макеевич Марков, удостоенный Ленинской премии за роман «Сибирь». Пожалуйста, Георгий Макеевич. Очень взволнован и рад, конечно, этим памятным событиям. И сегодня в этот яркий, солнечный, торжественный день. Хочется прежде всего поблагодарить Центральный комитет партии, правительство, наш прекрасный, могучий народ за то, что он своей отвагой, своим трудом питает нас, своих художников. И сегодня еще хочется сказать слова благодарности о своих товарищах, с которыми годы и десятилетия работаю вместе, труд которых, требовательность, высокие критерии позволили и мне вести свою литературную работу. И вот сегодня испытываю большое волнение и радость. Поздравляем вас. Спасибо, Георгий Макеевич. Да здравствуют советские профсоюзы, школа коммунизма! Ура! Площадь Победы, столица Советской Молдавии.
На трибуне товарищ Бодюл, первый секретарь ЦК Компартии Молдавии, другие руководители республики. О славных делах рапортовали в день 1 мая труженики промышленных предприятий Кишинева. Досрочно выполнена производственная программа 4 месяцев. Дополнительно к плану реализована продукция на 8 миллионов рублей. Увеличен выпуск изделий с государственным знаком качества. Душанбе в ярком кумачевом наряде. По площади Ленина прошли машиностроители и металлисты, строители электростанций и оросительных систем, ученые, деятели культуры. Они продемонстрировали монолитную сплоченность вокруг ленинского ЦК КПСС, решимость отдать все силы осуществлению грандиозных планов партии. На трибуне товарищ Расулов, первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана, другие руководители республики. Первомайская демонстрация в столице Армянской ССР. Во главе колонн, идущих по площади Ленина, лучшие труженики республики. Они рапортуют о ходе социалистического соревнования за досрочное завершение заданий 1976 года и пятилетки в целом. Демонстрантов приветствуют товарищ Демирчан, первый секретарь ЦК Компартии Армении, другие руководители республики. Красочным было шествие трудящихся советской стороны. Убранство колонн, яркий рассказ о вкладе трудящихся республики в общее дело, о их стремлении претворить в жизнь решение 25-го съезда КПСС. На трибуне товарищ Кебин, первый секретарь ЦК Компартии Эстонии, другие руководители республики. Праздничные демонстрации трудящихся прошли также в Вильнюсе, Фрунзе, Ашхабаде и других городах страны. Своих лица.
космонавту, дважды герою Советского Союза Алексею Архиповичу Леонову. Дорогие соотечественники, 90 раз наша прекрасная планета одевается алым кумачом стягов и лозунгов. И 59 раз этот прекрасный весенний праздник начинается у нас в стране, в первой стране социализма. Начинается на Дальнем Востоке, идет алой волной, не зная ни границ, ни океанов, ни преград, символизируя собой справедливость, добро, солидарность и единство. Не скачаем поток трудящихся Москвы на Красной площади. Лозунги, цветы, радость, улыбки – это идет наш советский человек, человек-труженик, человек-герой. Приятно быть здесь, на Красной площади. Приятно осознавать и видеть мощь нашего государства, трудовые победы, без конца рапорта и планы. Нам сегодня тоже есть что сказать советскому человеку. За последние годы мы выполнили большой объем работы в области излетного космического пространства. Запущены корабли «Востоки», «Восходы», орбитальная станция «Союз», «Салют». Слетало 34 космонавта в космос, из них 12 дважды и двое трижды. За этими цифрами кроется гигантская работа нашего советского человека. На 25-м съезде было сказано, что орбитальная станция – это наш магистральный путь исследования космического пространства, так сказал Леонид Ильич Брежнев. Перед нами поставлены прямо задачи исследовать, продолжать исследование космического пространства и впредь, решая практические задачи помощи нашему народному хозяйству. И я вам скажу, что мы это все выполним. Великое счастье быть сегодня здесь, на Красной площади. Но большее счастье обнять вас, дорогие соотечественники, сказать вам большое спасибо за ваш труд, пожелать вам счастья, радости. С праздником, дорогие друзья! У нашего микрофона член руководства свободных немецких профсоюзов Германской Демократической Республики, товарищ Хорст Зандер. Bitte eine Worte. Im Namen der 8 Millionen Mitglieder der Gewerkschaft. От имени 8 миллионов членов свободных немецких профсоюзов нашей республики. Übermittle ich den Werktätigen der Sowjetunion всех, die brüderlichsten Kampfesgrüße. Я передаю самый горячий привет всему советскому народу. Ich beglückwünsche Sie zu den hervorragenden Produktionserfolgen. Поздравляю всех вас с большими производственными достижениями. Ich freue mich, dass ich wenige Tage vor dem 9. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands hier in Moskau weilen darf. Нашего большого события 9-го съезда Социалистической Единой Партии Германии. Dank. Рабочий металлург из Франции Робер Стратофиль. Je voudrais souhaiter au peuple soviétique une bonne fête du 1er mai. Сердечные поздравления по случаю 1 мая. Je voudrais dire aussi qu'en France, on apprécie beaucoup la politique de paix et de détente de l'Union soviétique. Высоко ценим политику мира и разрядки Советского Союза. Chez nous, il n'y a pas de détente dans la lutte de classe. У нас во Франции мы встречаем 1 мая в обстановке обострения классовой борьбы. Ni dans la lutte idéologique. В обстановке обострения идеологической борьбы. Et que nous avons confiance en notre classe ouvrière pour bien mener la lutte. И мы уверены в нашей победе. Merci beaucoup. И делегацию профцентра Кубы возглавляет товарищ Карлос Искерда. У нас palabra de saludo. Compañero, nosotros en nombre del pueblo cubano queremos народа Кубы. Sí. Nosotros queremos transmitir un saludo cariñoso a todo el pueblo soviético. Самый горячий привет всему советскому народу. La delegación nuestra se siente muy orgullosa y contenta de participar con ustedes Наша en este grandioso desfile primero de mayo. Что участвует, присутствует здесь на праздновании 1 мая. Muy bonito, colores muy lindos y muy organizado. Это прекрасная манифестация, и мы очень счастливы. Y de todo corazón queremos dar un viva a la amistad indestructible de los heroicos pueblos de Cuba y la Unión Soviética. Советский Союз
и передаем братский привет всему советскому народу. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Merci beaucoup. Торжественно и радостно отметили трудящиеся Народной Республики Болгарии праздник мира, труда и весны. София, на площади 9 сентября состоялась праздничная манифестация. На трибуне мавзолея Георгия Димитрова, первый секретарь ЦК Болгарской коммунистической партии, председатель Государственного совета Республики Тодор Живков и другие руководители. На многочисленных транспарантах лозунги «Слава болгарской компартии», «Слава КПСС», «Советским Союзом на вечные времена». Трудящиеся Германской Демократической Республики торжественно встретили 1 мая. Берлин, площадь Маркса и Энгельса. Здесь состоялась первомайская демонстрация. На трибуне первый секретарь ЦК Социалистической Единой Партии Германии Эрих Хонекер, другие руководители республики, ветераны немецкого рабочего движения, зарубежные гости. В ярком наряде цветов и флагов столица Венгерской Народной Республики. Жители Будапешта пришли сегодня на площадь парада. Демонстрантов приветствует первый секретарь ЦК Венгерской социалистической рабочей партии Януш Кадр, другие партийные и государственные деятели республики. Участников праздничной манифестации в Варшаве приветствовали первый секретарь ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии Эдвард Герек, другие партийные и государственные деятели страны. С праздничными транспарантами и флагами пришли на Латинскую площадь пражане. На центральной трибуне генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии, президент ЧССР Густав Гусак, партийные, государственные и общественные деятели страны. Трудящиеся Чехословакии отмечают 1 мая под знаменем международной солидарности, братской дружбы с Советским Союзом, с другими странами социалистического содружества. По случаю Дня международной солидарности трудящихся 1 мая в Бухаресте состоялся митинг, на котором присутствовали генеральный секретарь румынской компартии, президент социалистической Румынии Чаушеску, другие руководители страны. Thank you.
Несколько часов продолжалось праздничное шествие по Красной площади. Трудящиеся советской столицы еще раз продемонстрировали монолитное единство партии и народа, горячие стремления советских людей взять новые рубежи в коммунистическом строительстве, намеченное 25-м съездом КПСС. В день 1 мая здесь, у мавзолея великого Ленина, советские люди еще раз продемонстрировали перед всем миром, что первое в мире социалистическое государство несет и будет достойно нести факел, зажженный Великим Октябрем. Твердой, уверенной поступью под знаменем марксизма-ленинизма, под руководством коммунистической партии, идет советский народ вперед новым и новым победам.